Владимир Зеленский обещает преподнести России неприятный сюрприз и держит обстоятельства предстоящего контрнаступления в тайне. В интервью для Европейского вещательного союза украинский президент сказал, что ВСУ нужно больше времени. Он отказался сообщать подробности операции, но отметил, что Украина потеряет много людей, если начнет контрнаступление сейчас. Я не готовий з вами комунікувати дати, коли ми будемо наступати, тому що, я думаю, ви мене розумієте, тому що це в тою чи іншою мірою готує ворога, і тому я би хотів, щоб це було неприємним для нього сюрпризом, а не навпаки. Тем временем ВСУ провели успешные контратаки вокруг Бахмута. Украинская армия утверждает, что заставила российские силы отступить на расстояние до 2 километров. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на днях признал, что ВСУ рвут фланги, и обвинил одно из подразделений Минобороны России в том, что оно покинуло свои позиции под Бахмутом.